Так, друзья, это горная система Каракорум, Гималаи. Здесь нам предстоит охотиться на гималайского козерога, самого высокогорного в мире. Началась у нас охота. Значит, стартовали мы из деревни на высоте 3000 метров на уровне моря. В общем-то, чувствуется, конечно, высота. Сказать нечего, но виды вызывают желание идти вверх, потому что это просто потрясающе. Вот, будем искать гималайских козерогов. Подошли к нашему лагерю, где мы будем жить. Это так называемая хижина пастуха. Да, вот это вот наш лагерь. Саладу. Hi, hello. George, what is it? Oh, my God. I'm not sure if you're going to be able to do this. Все продумано. Мы решили, но я думаю, что ночью будет тепло, потому что даже есть голову с газом. Я просто на нем один. One hided behind another one. I can see the horn. This is the bigger one. Thank you.
такие, кажется, неприступные горы. Потихонечку надо будет завтра заползать туда наверх. У нас тут ужин поспел. Высота 3700 метров. Delicious. Наши ребята, гиды. Утренние чапати. Вот немножко подсыпалось. Вот ребята спали прямо здесь. В ноне. Всю ночь жгли костер. Вот у нас утро третьего дня. Ночевка была на 3600. Проснулись немножко, идет снег. Пойдем дальше, выше, на 4000. Вот мы спускаемся по вот этой тропинке, чтобы ее проложить. Местные жители взрывали гору, вот так она идет прям по скале. Очень экстремально. Вот. Спускаемся вниз, будем пробовать другую ущелье. Hornady, trusted by hunters and shooters for over 60 years, our reputation rides on every shot. Accurate, deadly, dependable. We make guns better. Точки подъема вчера вечером, вон там на самом верху видели группу козерога. Вот сейчас нам предстоит вот так по вот этому гребешку вот сюда выходить. Пугающая перспектива, где-то 2 километра наверное вертикально. Come on, listen.
Вот, друзья, удалось добыть гималайского козерога. К счастью, полные штаны, не знаю, как отсюда спускаться. Я как отец Федор залез, а что дальше делать, не знаю. Вот, 4050 метров, самый высокий айбекс in the world. Вот куда нужно идти, спускаться. Не знаю, так, мы пойдем. Ну вот, друзья, закончилась наша охота на гималайского козерога в Пакистане. Значит, была она, наверное, самая тяжелая в моей жизни. Добыл козерога на высоте 4050 метров. Вот такие тут потрясающие горы. Вот наши ребята-гиды. Say hi. Уже, видите, темно. Я думаю, что где-то минус 15 градусов. Yes. Это вот наш чиф, босс. Камаль Бей. Вот, это вот тоже наш Янаят, помощник. В общем, ребята, Пакистан, 2019 год. Охота, гималайский козерог закрыта. Все, теперь пора спускаться домой. Это на самом деле место. Либи, сарой.